Сегодня вы увидите. Ты ветеран, Даун, как ты просрал. Лошара, мы тебя порвем. Я разозлился, вам хана. Я говорю сразу, я разозлился. Просто еще держитесь. Еще увидим, как ты разозлился, ну бо. Лайк плюс подписка равно вот такой вот инвентарь. Доели стандартные скины в Standoff 2? Хочешь себе топовый инвентарь, но кошелек невелик? Тогда заходи на steadydrop.ru, открывай бесплатные кейсы каждые 3 часа и выигрывай лучшие скины от 10 рублей. Гарантированная доставка, удобные способы пополнения и, безусловно, прозрачный дроп. Открывай с удовольствием на steadydrop.ru. А промокод Кент умножает сумму в 2 раза. Ссылка в описании. Алло, пацаны, приветик, это вы мне писали дуэль на Керамбит Голд? Да, это мы тебя порвем, понял? Лошара, мы тебя порвем. Фига себе, вы меня порвете, вы отвечаете за свои слова? Скажи Керамбит Голд, мы тебя не верим. Вот, вот. Подождите, а где ваш Керамбит Голд? Алло, у меня есть Керамбит Голд, а где ваш? Мы забыли надеть. А, забыли надеть. Ай. Ты же нас не кинешь, да? Я не кину, главное, чтобы вы меня не кинули. Но у вас точно есть, да? Отвечаем за слово. Ну, окей, все, договорились. Вы же не школьники, чтобы обманывать. Ну, я надеюсь. Ребят, давайте играем до 5, только Б и Тёмка. Согласны? Окей, лохта, изи, порвай. Давай, давай, 0-0. Значит, вы какие-то злые школьники. Чё-то, кажись, мне придется вас проучить. Придется вам продать свои керамбиты. На изи, бля. Ой-ой-ой. Так, ну чё, ну где вы там? О, привет. Я вижу тебя, нубик, блин. А. Так, нормально, по дому попал. А где? Так, минус один. Нет, нет, нет! Есть, всё. А чё у тебя ник разработчик? 1-0, я проигрываю. Окей, базара 0, я проигрываю. Если я проиграю, я мадам Керамбит Голд. Если вы проиграете, то вы мне даете. Пацаны, главное, без скидалов. Я очень прошу. Ё-моё. Фига себе, чуть не убили. Фига себе, вы жесткие. Опа, минус один. Как? Бывает. Ты как слился, нубик? Ай! Вонись сам, нубик! Ты ветеран, Даун, как ты просрал! Я тебя порву, блин! Так, все, пацаны, тише, тише, тише. Между собой давайте не сраться, 1-1, все хорошо. Я побеждаю. Я уже чувствую 2 новеньких керамбита в моем инвентаре. Так, погнали. Ты не получишь ни за что наши керамбиты. Ну, если выиграю, получу. Если вы не китки, конечно. О, минус один. Я-я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 -
ты знаю, понял? Ты где? Повезло, но где? Я тут. Где? Я тебя убил прострелом. Все. Зачем ты меня убил? Я взял петуха. А, взял петуха? Тебе своего друга, что ли? Так, погнали. Сейчас, ого! Вантапом убил. Ну это просто повезло тебе. Просто повезло. Да-да-да, повезло. 2-2. А я про. А, ты про игрок. Ну окей, тогда желаю вам удачи. Я разозлился, вам хана. Я говорю сразу, я разозлился. Просто еще держитесь. Увидим, кому хана. Еще увидим, как ты разозлился, ну бо. Давай. Так, ты где? Ты где? Да я тут, я тут. Я тебя сейчас на нож. Так, на нож. Какой нож? Ты себя видел в зеркало? На нож он меня решил посадить. Иди сюда, иди на нож. Офигеть! Есть. Вот мы это тебя да. На нож. Окей, играем вот, дальше. Вот, Хантер, у меня таких 10. Да? И дай угадаю, ты их тоже не наделал, да? А я у тебя 10 Агартрешер Хантеров, ты их тоже не наделал. Порвём быстренько и заберём все. Братан, ты другие слова, кроме я тебя на изи порву, знаешь или нет? Может быть. Так. Но нет. Давай, давай. На нож! Ох ты, блин! На нож, так, нормально, первый пошел. Ребят, когда у меня в руках дробовик, просто бегите. Зачем ты меня убил, где? А? Ну, где? Изи. 3-3. Даже не почувствовал. Вот крыса, блин. Понимаешь, нас я крыса? Убил. Я крыса. Да. Нас лох убил. Лох убил? Ого. Нас нубик убил. Я-то нубик и щитот, а вот вы кто тогда, если я нуб? Мы про. Про. Где? Выходи давай, я тебе... Ай! Опа, минус один. Че, на нож? Давай, на нож! Какой нож? Ты себя в зеркало видел? Да блин, да блин! Бери нож, Даун! Да почти!
Зачем ты взял в руки нож? Ну, чувак, ну ты хоть думай, немножко ты еще просрешь Керамбит Голд и свой, и своего друга. Иди сюда, ходи давай, я тебя жду. Давай, давай я тебя жду. Пять, ну, пожалуйста. Минус один. Ну чё, сейчас если я выигрываю твоего друга, все, я победил. Это будет изи. Ты мечтай, понял? Ну, давай, ты, давай, у тебя ветеран не выиграешь. Я выиграл. Полёте убил. 5-3. Все, с вас два керамбита. Все, я выиграл. Фиг тебе не керамбит, у нас нет керамбита. Да ведь? Вон ты лох, ты поверил, то, что да. У нас керамбит лох. Ребят, а хотите выходит? Прикол? Хотите прикол? Я знал, что у нас нету керамбитов. Но теперь скажите привет, Ютуб. Какой Ютуб, блин? Удали, удали Ютуб. Удали, удали, удали. Так, все. Да, да, у меня три подписчика. Да, все, пока, 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 пока. Короче, ребятки, вот такая вот вышла забавная дуэль. Обязательно поставьте огромный лайк. Подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Вот так вот ваш Кент ДПК проучил этих злых школьников. Вы им только там, пожалуйста, сильно в личке не срите. Ребятки, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. С вами был Кент ДПК, всем удачи и всем пока. Пока-пока.